Вот рядом с памятником Шухову на Сретенском бульваре. Тут еще такие композиционные вот вставки. Вот, например, скамейка в виде такого бревна. И написано «клин». Клином вышибают. И вот объясняет учитель детям действие полиспаста или блока. А вот следующая еще композиция. Это капитель колонны. И тут тоже что-то написано. А, не с этой стороны надо подойти. Наклон, что-то плоскости, расчет, как передвигать. Интересные такие композиционные дополнения к памятнику. Здесь вот какие-то игрушки, наковальня, тиски, молот. И вот еще какой-то механизм. А здесь написано: к простейшим механизмам относится наклонная плоскость, рычаг, колесо, их разновидности, блок. Золотое правило механики дает еще. В общем, тут что-то написано про законы физики, про золотые правила механики. Но все это является дополнением иллюстрации к деятельности инженера Шухова, гениального инженера, строителя, теоретика и практика.